поступила такая информация, что вы написали заявление на Ольгу Сынкину и Юлию Литневскую за то, что они провели якобы несанкционированный митинг на площади ВЗДК России. Хотелось бы узнать, действительно это так, и что подвигло вас на такие меры? Да, это так. То есть, вот это, есть федеральные законы, которые вопрос регламентируют. Угу. Почему Сынкина и Литневская можно, а предприниматель нельзя? Чем они лучше, то есть, чем другие люди город Саратов? Угу. В этом вся причина. Угу. То есть я говорил о чем? То есть должен быть справедливый подход. В чем справедливый, то есть, допустим, если о чем они говорят по площади, значит, убрали там рекламу, вопросов нет. Но есть еще гармония, на которой на этом же земельном участке. Вопрос, на них в суд подали, это подразделение Росличенко. Угу. Почему об этом не говорит Сынкина, то есть, значит, или Невская? Почему об этом не говорят? Вот об этом идет речь. Угу.